Hey, ребят! Всем привет, с вами я, Майк Веном, и это канал Пиксель. И вы, наверное, сейчас спросите: Майк, почему ты сидишь так близко к камере? И вообще, наверняка у вас куча вопросов, но дело в том, что вот он, мой фон. Если вы не помните, то тут была куча комиксов, тут были наушники, ну, в общем, все, что мне приходило с Гигабокса, какие-то еще там что-то было. Но это мне все пришлось убрать по кое-каким обстоятельствам, но сегодня я не хочу, чтобы я рассказывал про это больше половины видео. Сегодня у нас рубрика «Лего Бэтмен». Да, наконец-таки вышел второй журнал, второй выпуск. Он у нас с Джокером. И, ну, очень обидно то, что эти журналы, ну, между их выходами очень большое время проходит. То есть сколько? Довольно-таки много уже прошло времени после того, как я купил первый журнал. Ну, я, если сейчас даже немножко задолбался ждать и думал, что в моем городе уже не продают, но потом увидел его на прилавках магазина и, ну, понял то, что я все-таки буду продолжать эту рубрику. Что, по первому виду то ничего не скажешь, он даже еще упакованный, вот у меня в шерстящем пакетике. Давайте я его открою, все равно ничего не изменится. В общем, ребят, вот наш комикс, вот нашу фигурку, фигурку мы оставим на потом, ее пока убираем. А сейчас приступим к нашему, ой, я комикс, да, сказал? К нашему журналу. В общем, на втором номере у нас на обложке также Бэтмен. Тут же у нас указано то, что Джокер нам попадется с двумя шашками динамита в этом вот, вот в этом пакетике. Больше ничего, тут нам рассказывают то, что у нас будет два постера, два комикса на 24 страницах, так же, как и в прошлом выпуске, и самую крутую тачку Готэма, что это Бэтмен Фьюжн. А, ну, наверное, реклама набора опять. Но здесь все. И здесь у нас как что-то, наверное, какие-то маленькие плакатики такие вот. А, тут на последней странице что-то. В общем, сейчас дойдем и узнаем. В общем, открываем, и тут нас встречает Джокер. Много Джокера. Ребята, пересел чуть поближе. У нас тут много Джокера. Тут у нас на первой странице Джокер, на второй странице Джокер. Тут у нас досье Джокера с содержанием, про тут рассказывают. Ну и с содержанием мы сейчас пройдемся. Тут нас уже встречают... А, это уже какие-то нас встречают игрушки тут. То есть что тут, разукрашенный Бэтмен. А, тут найти пары нужно. Дальше у нас начинается комикс. Ну, комикс я не буду, вдруг кто-то хочет купить. Его я сразу даже вот так вот пропущу, просто покажу вам примерно, какие картинки. Тут тут Бэтмен. Ого, тут много Бэтменов. Но тут и Джокеров тоже нормально так. Да, длинный Джокер, длинный комикс. О, вот начинается, кстати, наш постер. Вот здесь у нас, ну, половинка постера. Вот он, на, вот он, крутой довольно-таки постер с Джокером. Вперед за дело. Тут я даже как вот так вот получил. Тут у нас вот логотип Лего Бэтмен. Тут у нас Джокер такой здоровый. И спереди Бэтмен, Бэтгерл и Робин. И такая надпись «Вперед за победой». Она нас подбадривает. И все. Дальше у нас тут идет. Я не хочу вырывать эти плакаты. Ну там у нас получится противостояние как бы Бэтмена и Джокера. Дальше у нас идет мини-игры. Все в сборе. Тут у нас нужно как бы подставить недостающие детали. Да, тут начинается вот наша реклама. Это, ну, как это, скрытая реклама, так, наборов. Но тут нам рассказывают про Бэтмобиль и Лоурайдер Джокера. Надо будет смонтировать, как будто я с первого раза это все сказал. Тут нам расскажут, что могут делать эти автомобили. Ну и, конечно, наборы такие есть. И нам говорят, вот если вы купите, то вы можете это все сами сделать. Но у меня нет столько денег. Дальше у нас здесь идет опять какие-то игрушки. И начинается опять комикс. Комикс довольно-таки... Кстати, комиксы довольно-таки тут интересные. Но и прикол в том, что они не повторяют сюжет фильма. То есть это самостоятельные какие-то истории нам что-то рассказывают. Так, тут у нас опять игрушки. Что-то тайна личности. Ладно, я пока не знаю, что тут еще нужно делать. Потом почитаю, когда буду смотреть. Так, тут у нас, я так понимаю, лабиринт. Тут у нас, тут у нас этот кроссворд. Ну и на последней странице у нас тут итоги. Тут у нас ответы на все вопросы. Тут у нас какие-то контактные такая контактная информация. Тут у нас кстати, iPhone леговский сделан очень круто. То есть, ну, это прикольно. Просто написано фон. То есть не iPhone, а просто фон. И, кстати, у нас тут, по-моему... В общем, ребят, тут конкретно нам не указано, но, походу, в следующем номере у нас будет пингвин. Тут это где не написано. А, подождите, я пропустил еще немного одну страницу. Тут у нас еще игра «Сумасшедший монитор». Тут у нас какая-то анкета. Расскажи, что ты знаешь о журнале. А, я знаю, такие клали. Ну, вообще, по-моему, во все журналы кладут, только как...
не вырезать нужно, а в основном, как я вот что я собирал, там были как вложены они. Ну, тут у нас реально, ну, смотрите, тут у нас изображено на последней странице три мини-фигурки. Бэтмен, Пингвин и Джокер. Бэтмен у нас есть, Джокера мы сейчас посмотрим, а Пингвин... Ну, скорее всего, тут будет Пингвин. А, тут у нас такие вот как... Это у нас, я так понимаю... А, это открытки. Да, что-то типа открыток. Тут у нас Бэтмен, два Джокера. Один смеется, прям вот так заливается. А я даже вот так сделаю. Один смеется, прям заливается, а другой просто улыбается. И Бэтгерл. Ну и здесь все. Здесь у нас как открыточки идут. На этом журнал наш закончился. И да, тут, правда, нам конкретно не написали, кто будет в следующем номере, какая фигурка. Но я все-таки подозреваю, то, что это будет... кто он? Пингвин. Вообще, ребят, на этом журнал мы окончили смотреть. И переходим к самому сладкому. Это у нас Лего-фигурка. В общем, ребят, мы переместились на стол. Открываем ее. Так, как-то она. Все. О, нас тут встречает улыбочка Джокер. Так, тут у нас еще не знаю что. И вот он наш Джокер. Джокер. Это все, что ли? А, нет, там еще что-то. Так, ребят, пакетик, на этом содержимое во всем. Итак, я приступаю к сборке. Итак, ребят, вот наш Джокер готов. Тут у него, как нам и обещали, две шашки динамита. И я раньше что-то не припомню, чтобы я когда-нибудь видел даже в аналогах Лего шашки динамита. В общем, детали сами эти крутые. Ну и, конечно же, сам Джокер. Джокер сделан как-то, не знаю, костюмчик его по канону, мне кажется. То есть фиолетовый костюм, зеленый галстук, вот эта желтая рубашка. Я когда в комиксах читал, то примерно так тебе его и... Ну, так его обычно и изображали. То есть... Джокер классный, ну, соответственно, как он был, и был в фильме. И что еще тут очень классно, то, что тут два у него выражения лица. Первое выражение лица у него такое вот, обычно, то есть, ну, для него это обычно, это для нас улыбочка. А второе выражение лица у него, как будто он заливается, что ли, от смеха. И, ну, это довольно-таки круто, как бы Джокер, это психопат какой-то, хотя и мультфильм, по-моему, был 6+. Ну и, конечно же... Я не хочу отметить то, что вот этот вот, как не плащ его, не помню, как назвать, ну, буду пока назвать это плащ. В общем, она выполнена не из того материала, что, что плащ Бэтмена, он, вот этот материал больше похож на какой-то Китай. Вот у меня был Гарри Поттер на обзоре, вот у него был плащ очень похожий. И, ну, это, если честно, немножко минус. Ну, а само, как он сделано, как оно крепится, это, ну, это плюс. В общем, ребят, фигурка Джокера крутая, и... Я не буду останавливаться собирать их. То есть я хочу собрать полностью всю коллекцию вот этих вот, всю коллекцию Лего Бэтмена. В общем, ребят, на этом все. И это будет последнее видео. Нет, не на моем канале, я не удаляю канал. Это будет последнее видео вот в таком вот ракурсе, вот когда я вот так вот сижу, наклоненный горбатый здесь. И когда вы видите на полэкрана мое лицо, а остальные полэкрана занимают мои плечи. Ну, на этом все. Будем надеяться, что следующий журнал выйдет как можно скорее, потому что, ну, это долговато, если честно, ждал. А, даже Hot Wheels, по-моему, выпускают раз в месяц, а это... Или это тоже раз? Я уже, если честно, не помню. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Всем огромного Лего, до новых встреч, пока.